Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. Ну и сегодня я хочу сообщить вам несколько новостей, которые собрались уже на канале. Итак, первое, о чем я хотел сказать, это я наконец-то записался на подстрижку. Да, уже немножко подзарос, пора уже немножко подстричься. Не, ну конечно же, я шучу, на самом деле я поговорить хотел не об этом, а о том, что в Украине все-таки состоится 6-я гигасфера, которая пройдет в городе Житомир на Акари-фесте. Это все пройдет 17 августа по адресу драмтеатра имени Кочерги. Это крутое событие для Украины, потому что я был на двух гигасферах, и это классный конвент, на который собирается очень много любителей настольных игр, которые готовы играть, готовы общаться про настольные игры. Много будет издателей. Уже 7 издательств и магазинов согласились о том, чтобы прислать свои игры на этот конвент. Кроме того, конечно же, вы можете сами приезжать со своими играми и играть в настолки, в свои любимые настолки с новыми людьми. Это очень все круто, и это развивает настольные игры в Украине. В общем, напоминаю, 17 августа, город Житомир, Акари-фест, драмтеатр имени Кочерги. Не пропустите. Второе, о чем я хочу вам сказать, это то, что я ухожу в отпуск. Ну, не сам канал, конечно же, а я ухожу в отпуск. Поэтому 2 недели будет еще меньше видео выходить на канале. Ну, как бы, я думаю, это не сильно вам страшно, но все равно, чтобы вы знали. Третье. Я думаю, вы заметили, у меня обновился фон. Я не знаю, насколько это все классно, круто. Это мое первое видео на данном фоне. В общем, отпишитесь, как вам лучше на этом фоне, либо же на зеленом, что я вырезаю и вставляю новую картинку. Четвертое. Пришла посылочка от Hobby World. Это у нас остров юрского периода, дикинги, это фруктогонщики, еще у меня там лежат взрывные котята и Конекс. На Конекс мы уже с Юлькой записали вам обзор и летсплей на двоих, который вскоре выйдет на канале. Фруктогонщики, я надеюсь, сегодня посмотреть с дикингами. Ну, не знаю, как получится. В общем, буду стараться. И последнее, о чем я хотел сказать, это то, что я все-таки решил спросить у вас. Может быть, кому-то из вас интересно стать частью Beaver Games? Я решил попросить вас присоединиться ко мне и попытаться сделать настоящее комьюнити относительно данного канала, развивать его в соцсетях, развивать его на канале. Может быть, вы можете писать какие-то статьи про настольные игры, снимать видеообзоры, что-то еще. Если вы хотите присоединиться к каналу Beaver Games, пишите. В описании будет имейл, на который вы можете отослать свои предпочтения, свои пожелания, свои умения. В общем, все, что вы хотите, вы можете туда написать. Ну, а там уже лично мы поговорим с вами. В общем, пожалуй, на этом все. Это был коротенькое видео о том, что я хотел вам сообщить. Самое главное, это не забывайте про гикосферу. Меня очень сильно попросили вам сообщить об этом. На этом все, пожалуй. Как всегда, любите настолки, играйте в них. Но с вами был Бивер и канал Бивер Геймс. Еще увидимся.